Здравствуйте, друзья! Я вас поздравляю, мы в аквапарке. Сегодня мы здесь для того, чтобы снять короткую обзорную экскурсию. Дети до 3 лет попадают в аквапарк бесплатно. Проходя заветный турникет, предъявляем каждый браслет. Дети свой, а взрослые свой. Кабинок для переодевания 14 штук. Они же и являются проходом в общую раздевалку. Находим свободную. Двери открываются от себя. В кабинке есть полка для сумок, вешалки. Здесь вы можете снять верхнюю одежду, а можете сразу переодеться до купальников. Чтобы вам никто не мешал, опустите специальную планку вниз, и двери заблокируются. Дальше мы с вами попадаем в общую раздевалку. Шкафчиков достаточно. Выбираем любой открытый. Складываем сюда свои вещи. Закрываем шкафчик с помощью браслета. Переоделись в купальники и сланцы, идем в душевую. Дальше вы попадаете в коридор. Здесь есть туалеты мужской и женский. Итак, мы в аквапарке, и к нашим услугам бассейны, горки, термозона, детские горки, детские бассейны, лаунж-зона и ресторан. Ну вот вы накупались, пришли в раздевалку, а номер шкафчика не помните. Ничего страшного. Приложите ваш браслет к специальному устройству, и проблема решена. Когда переоденетесь, обязательно оставьте шкафчик открытым. Это даст системе понять, что вы закончили отдыхать и уходите. В зоне ресепшн вы отдаете браслет кассиру. Рассчитываетесь за услуги ресторана? Приходите к нам еще. Спасибо.